Не забывайте и бывших сотрудников органов внутренних дел. Генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко в преддверии профессионального праздника побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной, майора милиции в отставке Андрея Дмитриевича Иванова и вдовы героя Советского Союза Ивана Морозова. Слова огромной благодарности, подарки и цветы. В Главном управлении внутренних дел региона есть хорошая традиция. Поздравляю с профессиональным праздником бывших, но не забытых сотрудников. Первый адресат — Андрей Дмитриевич Иванов. Майор милиции в отставке совсем недавно отметил 100-летний юбилей. Поэтому главное пожелание ветерану – здоровья и бодрости духа. С наступающим праздником вас! Мы, надеюсь, долго будем ходить, многие лета к вам на праздники. Пожелать чай. Спасибо большое. Спасибо вам. Всего вам доброго. Следующий визит главного полицейского в нашей области – в дом героя Советского Союза Ивана Морозова. Самого Ивана Васильевича не стало около года назад, поэтому поздравление принимала его супруга Александра Илларионовна. Гостей угощали чаем и сладостями. В свою очередь Александр Кравченко преподнес вдове фронтовика книгу о Волгограде. Кроме этого, генерал-лейтенант полиции поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов, находящихся на лечении в госпитале регионального управления МВД России.